С гривной. Считается, что нынешний курс и так не обоснован, потому что, судя по стоимости услуг, цен реальный сейчас в районе 35-40, а это, ну, исключительно искусственный. Поддерживается там до выборов или до чего-то еще. Донбасс, ну, будет нашим якорем, я думаю, в ближайшие лет 20-30. Ничего мы с этим не поделаем. Ну, я думаю, гривня будет там колебаться, да, чуть-чуть подниматься, опускаться, но пока будет, думаю, в этом, на этом уровне, котором она сейчас есть. То, что на Донбассе, там тяжело спрогнозировать, там все. Там и от нас зависит, оно от нашей стороны, и от российской стороны. Но мое мнение, что оно, стрельба постепенно прекратится, потому что мое мнение, ну, что санкции будут действовать, все такое. Просто Россия будет вынуждена отойти от этого. Ну, я думаю, что гривна будет такое и держаться, где-то 30 гривен за доллар, не больше. А с Донбассом что будет? Ну, эта ситуация затянется надолго. Пока я считаю, что пока мы не дадим дорогу с России на Крым, война там будет продолжаться. Я думаю, с гривной в ближайшие полгода будет девальваться. Не знаю, но судя по новостям, наверное, на гривну еще поднимется курс. А по Донбассу ничего хорошего не ожидаю. Думаю, будет обострение ситуации. Чем хуже будет ситуация в России, тем хуже будет на Донбассе. Национальная валюта упадет. А что произойдет тогда с Донбассом? Где на текущий процесс? Ситуация на Донбассе не могу однозначно сказать, но я думаю, со временем гривна будет падать. Я предполагаю, пока не закончатся у нас финансы, которые нам выделили, там Евросоюз либо кто. И вот они закончатся, я думаю, опять начнет гривна падать, само собой доллар начнет подниматься. И начнется опять какая-то катавасия. По поводу Донецка, Донбасса, не могу сказать однозначно. Ну, пока все не закончится, то есть ничего не наладится.